Сегодня будем работать с приборной панели Passat B5, 98 год. Старая панель пришла в негодность, не отвечает на диагностику, и мобилайзер заблокирован, замена мегамоз ничего не дала. То есть человек хочет просто ее заменить. Нам нужно сейчас, на данный момент, перелить содержимое EEPROM с этой панели, со старой, на новую. Новую панель вскрывать не дают. Вот даже пометили. То есть мы будем делать это все с помощью обычного Calline адаптера через компорт и программы, вот такой ВАК EEPROM программе. Сначала нам нужно сосчитать EEPROM со старой панели. Что мы и делаем. Включаем. Итак, вот все он нам показал пин, что модель иммобилайзера IMA2, номер EEPROM. Теперь его сохраняем на рабочий стол. Единственное, что подпишем в конце, что это старая панель. Итак, новая панель подключена. Включаем зажигание. Открываем наш опять EEPROM программер, читаем. Так, также сохраняем. Только здесь мы подпишем нее. Теперь наша задача открыть файл старой доски, то есть cold, и залить его. Итак, файл мы залили старый в новую доску. Теперь хозяин попросил корректировать пробег. Тут 657 тысяч. Поставить 190. Вот поставили 190, мигает inspection. Сейчас сервисный интервал мы снимем. Откроем обычный ВАК-ком. Откроем панель приборов. Заходим в адаптации. Нас интересует второй канал. Вот это значение сервисного интервала. Нам надо поставить 2.0.
сервисный интервал больше не показывается. Сейчас будем ее программировать. Так, человек хочет еще заменить и блок управления. Ну, естественно, блок управления и доска с разных машин. Поэтому сейчас мы посмотрим пин на этой доске и привяжем блок. Чтобы пин посмотреть, нам достаточно просто открыть EEPROM программер, даже не читая, открыть наш файл который old и посмотреть 3670. Это наш логин, по которому мы будем привязывать блок управления. Здесь лежит его старый блок, который там половину датчиков не видел. Значит, сейчас машина заводится и глохнет. Вот, нам надо сейчас подвязать блок управления к его приборной доске. Значит, что мы будем делать? Включили зажигание, заходим в панель прибора. Так, нажимаем вход. Наш логин 3670. Значит, надо поставить в начале нолик. 3670. Так, 3670. Пишем выполнить. Все, и теперь мы заходим в адаптации и ставим 2 нуля. Адаптации. Сохранить. Все. Сброс на заводские установки. И теперь пробуем заводить машину. Все, пожалуйста, блок привязан